21 сентября университет управления ТИСБИ отметил 25-летний юбилей со дня основания. Вот госпожа Букова, генеральный директор ЮНЕСКО, специально прислала поздравления, тоже свое приветствие на сегодняшнее мероприятие. По инициативе Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, юбилей университета совмещен с празднованием 25-летия международной программы ЮНЕСКО УНИТВИН. В связи с этим в Большом актовом зале университета управления ТИСБИ состоялся международный форум ЮНЕСКО «Образование 2030. Новая концепция развития». Мероприятие, посвященное 25-летию университета управления ТИСБИ, прошло с участием большого количества почетных гостей, среди которых был первый президент Республики Татарстан Ментимер Шарипович Шаймиев и ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Орджоникидзе Григорий Эдуардович. Общее образовательное поле для того, чтобы им пользовались все студенты. Студенты не только нашего университета, но и других университетов и школ ЮНЕСКО. 22 сентября планируется продолжение международного форума в формате практических занятий и мастер-классов от знаковых персон и профессионалов области образования и науки. Лилия Кашфарова, Олег Апачаев, Универ Ньюс.